Уже традиционно непогода нанесла немалый удар по Аркадии. Центральная аллея уже в нормальном виде, но ночью вода стояла в каждом магазине. Что касается мест для отдыха, большинство пляжной инфраструктуры повредила непогода. Порывистый ветер сломал немало шезлонгов, а сами пляжи размыло. Также повалило парковки велосипедов и самокатов. Потери понесло и дорожное покрытие в Аркадии. У одного из ресторанов Одессы образовался овраг, а вода порвала асфальт и обнажила скалу. Ремонтные работы уже начались, но как быстро отремонтируют покрытие, неизвестно. И традиционно в море по Аркадийской балке был вылит огромный объем канализационных стоков. Вот такой вот курортный сезон в одной из визитных карточек юга Украины. Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».